Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию на стихи, найденные в интернете, стихи Натальи Белоус. Композиция называется «Как святой Николай дарит подарки детям». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Вьюга снега наметает, ветер тучи разгоняет, мчится в сане весь седой, большой шапки с бородой, в шубе теплой, в рукавицах, на волшебной веренице едет Николай Святой, едет Николай Святой. Он все видит и все знает, в книге записи ведет, кто как слушался весь год. Книгу он свою листает, и про каждого ребенка он историю читает. Был послушный весь год, или все наоборот. Хорошо ли убирал, маме с папой помогал, если нет, то в сапожек положу ему лужок. Если был хорошим ты, то подарочек держи, пряники, конфеты, праздничные трафареты, новогодние игрушки, звезды, шарики, хлопушки. Веселись, малыш, играй, и про труд не забывай. Новогодние игрушки, звезды, шарики, хлопушки, веселись, малыш, играй, и про труд не забывай. Тогда в следующем году вновь приедет Николай, тогда в следующем году вновь приедет Николай. Мчится в санях весь седой, в большой шапке с бородой, в шубе теплой, в рукавицах, на волшебной веренице едет Николай Святой, едет Николай Святой. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Как святой Николай дарит подарки детям. Стихи Натальи Белоус.